Не одними пламенными речами с трибуны депутат Ульяновской городской думы Владимир Ожогин отдал долг отчизне. Воевал на передовой, получил контузию и воспаление легких, после чего проходил длительное лечение в клинике Белгорода. Владимир вернулся в Ульяновск, пройдя многие испытания. Наш земляк встретился со студентами Ульяновского техникума экономики и права. За чаем Владимир побеседовал с молодежью. Ожогин напомнил ребятам о том, что не стоит забывать историю Отечества. Первое было еще до отъезда в места боевых действий. Владимир вспоминает, как рассказал сыну о своем решении. Мой сын отреагировал, конечно, очень эмоционально. Ему хотелось меня, с одной стороны, поддержать, но очень за меня переживал. Не хотелось ему меня отпускать, но он понимал, что папа едет защищать родину. Вот. Что есть те ценности, идеалы, которые мы должны отстаивать. Сын Владимира учится в Ульяновском государственном университете на психолога. Ожогин-старший понимал, что даже взрослым детям сложно отпустить родителей в неизвестность, где правят бал, хаос и смерть. Но именно здоровый патриотизм помог превозмочь тревоги. Воспитание, которое он получил, сыграло свою роль. И он понимает, что патриотизм – это не просто вот какие-то статьи в поддержку нашей армии или нашей родины, какие-то участие в каких-то акциях, поддержки и так далее, Это еще и реальные дела, которые ты должен делать сам. После участия в боевых действиях жизнь Владимира изменилась. Должно пройти время, чтобы все вернулось на свои места. Режим, конечно, изменился. Но сплю теперь достаточно чутко. Вот. Встаю еще раньше, чем раньше. Еще привычки, от которых я не успел, так сказать, отвыкнуть, когда входишь в какие-то помещения, идешь по каким-то улицам, мысленно ищешь безопасные места. То есть в случае обстрела, как, где безопаснее. Вот стараюсь скорее от этого отвыкнуть. В Ульяновске стартовала акция под названием «Герои нашего времени». Это беседа со студентами, одно из звеньев патриотической программы. Организовали акцию активисты Общероссийского народного фронта. Виктория Чиркова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.